Лишиться единственной спортплощадки могут жители деревни Крылосово. Из-за ошибки в градостроительном плане их футбольное поле отдали под возведение жилых домов. Об этом местные жители узнали во время тренировки, когда в игру вмешались строители. В Крылосово сегодня футбольный матч. За звание лучшей в деревне сражаются две детские команды. На 1000 жителей это поле – единственная спортивная площадка. Для детей здесь нет секций, дворовых клубов и кружков. Только несколько местных жителей проводят для детворы тренировки. Место выбрали на краю деревни, превратив пустырь в стадион. Но на днях вместо спортсменов на поле вышли строители. Была тренировка детей, как в данный момент сейчас происходит. Приехали определенные люди, конкретно их было четверо. С вот такими кольями из арматуры зашли на футбольное поле и начали вбивать. Вот конкретно вот место осталось. Вот здесь. Местные жители говорят, Крылосово может остаться без единственной спортплощадки. А ведь ее строили всей деревней. Чтобы на стадионе можно было проводить футбольные матчи, 4 года назад жители установили трибуны, вкопали футбольные ворота и оградили территорию автомобильными шинами. Но, как оказалось, по градостроительному плану треть участка отдана под строительство жилых домов. Чудесным образом от дороги перепрыгнуло метров на 30, наверное, вот сюда ближе к нам. И с этой стороны, получается, оно метров на 20 отпрыгнуло внутрь поля. То есть то место, которое мы уже облагородили. Когда спортивную площадку строили, на карте был пустырь, поэтому его зарегистрировали как футбольное поле. Но в плане обнаружилась ошибка. Сейчас местные вместе с депутатом думают, как ее исправить и не нарушить права застройщиков. Сохранить и футбольное поле, и земельные участки сдвинуть. Вот, поэтому это вот самое правильное решение, потому что, повторюсь, ребята своими руками все это делали, создавали. Чтобы спасти от застройки футбольное поле, жители деревни Крылосово пришли на прием к главе города. Ситуация Игоря Копца удивила. С документами покажут все и разберемся. Это не единственная в городском округе спортивная площадка, судьба которой под угрозой. На днях на баланс городского бюджета взяли 3 заброшенных хоккейных корта в поселке Доломитово, селе Новоалексеевском и совхозе Первоуральский. В ближайшее время их отремонтируют. Жители Крылосова надеются, что городские власти не оставят без внимания и их поле, и деревенские дети продолжат заниматься спортом. Елена Пряхина, Дмитрий Коньков, Руслан Гаскаров и Денис Храмцов. Новости Первоуральск.